Юниорская команда Дагестана по тэквондо проводит учебно-тренировочный сбор в Республиканском центре подготовки сборных команд. Приурочен он к одному из важных стартов года – первенству России в Москве, которое пройдет с 16 по 20 марта. В штабе команды побывал Дан Шугом, ему слово. Весовой категории до 45 килограммов, скорее всего, выступит победитель первенства России и Европы 2021 года Курбан Магомед Магомедов. Он тренируется под руководством Рабадана Курбанова. На выходце из селения Купа Левашинского района очень рассчитывают в тренерском штабе республиканской сборной. Ну, я, например, высокий спортсмен, один из высоких. Я работаю на дистанции. А соперник? А соперник, смотря какой, если такой же, он тоже на дистанции. А если ниже, то в клинче. Махачкалинка Амина Багазиева представит нашу республику в весе до 59. Подопечная своего тренера и отца Тимура является победительницей первенства России прошлого года среди девочек. Теперь ей предстоит побороться за медали высшей пробы среди юниорок. Я стараюсь концентрированно работать в бою, не отключаться, стараться атаковать первой. И мое преимущество в том, что я выше своей категории, и я могу перебивать соперников, у меня сильные ноги. В прошлом году нашей сборной не удалось на первенстве страны среди юниоров завоевать хотя бы одну медаль высшей пробы. Правда, задачи перед тренерским штабом стоят всегда самые высокие. А как же в месяц Рамадан? У этой команды, получается, месяц Рамадан, само соревнование попадает на месяц Рамадан. А вот у последующих команд по юношам у них подготовка попадает на сборы. Поэтому, конечно, скажется, и тренеры, и спортсмены все держат пост. Поэтому, я думаю, скажется однозначно. Цели у нас, конечно, наивысшие. Всегда хотим занять первое командное место. Правда, не всегда получается, но будем стараться. Двухнедельные сборы проходят для 36 спортсменов команды республики. 16 из них – представительницы прекрасной половины человечества. Дан Шугом, Рамазан Омаров. Время новостей.